Что ж, всем привет, с вами снова Тепловоз Чивася. Этот пидорас меня испугал, да люб. Мне кажется, она не поедет. Это попробуй. Не, впрочем, задние колеса есть, так что можешь съедешь. А передние? Да, передние нахуя. Да, действительно, зачем машине передние колеса? Она вроде не полноприводная. Ну, знаешь, как бы, когда у машины нету передних колес, она все равно не поедет, потому что она не покатится. Толчковая сила есть. Тем более это игра, чел. Ты, бля, просто взял и раздавил ее с моим весом, как встал. Тебе, ты понял, каково мне было? Вот, представь, вот такая хуета была постоянно. Ее постоянно так заносило. Ее, типа, знаешь, если чуть-чуть подворачивать, она вообще не поворачивает. А если чуть-чуть посильнее, она сразу заносит, да. А мне кажется, можно настройки поменять. Чего ты там, блядь, поменяешь в настройках? Чувствительность кнопочек? Да. Ёбу дал. Блядь, я думал, она пробьет эту херню. Размечтался, она специально для того, чтобы машины не вылетали. Да это же игра! Да, деревья я сбивал, согласен. Меня напугал этот грузовик. О, поезд едет, поезд. Я вижу. Давай, гоняй его. На этом драндулете? Да, сможешь, я верю в тебя. Я же тепловозыч. Ну да. Чуть-чуть там жалуется, блядь, догнал. Теперь тупо едет за ним, короче. Где-то там. А смысл, я его обгоню? Да, едешь до туда, куда надо. Думаю, да. О. Хорошечно. Ну, ребята, это... Ну, прыгивай, блядь, чё тут едешь дальше-то, блядь? Чё, так, а в смысле, а... Я думал, подожди. Ты на этом проехать хочешь. Нет, я хочу сначала до базы доехать, а потом уже просто пошататься. А нахуй ты там, блядь, ставил туда метку? Так я ставил метку, чтобы по рельсам доехать. Это быстрее будет, чем по городским улицам круги делать. Блядь. Чё, я тебе отвечаю, да это быстрее понял. Так будет. Блядь. Давай, прячься в машине. Нахера? Хуй его знает. А, кстати, как? Я не понял. Я и сам не понял, на самом деле. Тут даже вагоны покрашены под цвет линии, по которой они ездят. Так, хорошо, ну вот мы приехали, теперь нам надо как-то съехать с путей. Едь дальше, блядь. Через неужели, блядь? Через терни к звездам. Неужели? Почему через терни, если через терни? Будет терни, блядь. Потому что я так сказал. Ну понятно. Все, больше не спорю. Молодец. Ну тут я да вряд вылезай, ли проеду. Да вылезай из машины, беги так. О, прибей его! Ёбан, да нафиг! Да бей по башке! Сука. Ай, ребят, как я же мне впадло пешком идти? Я захотел поиграть, но только старый. Я, короче, домой пойду. А, давай, пока. Скорее всего, может быть. Ой, яблочко, прикол. Яблочко можно? Да, конечно. Чувствую себя как дома. Да, я так практически и делаю. Как всегда. Да, я... Чел, я так практически всегда и делаю. Я даже спорить с тобой не буду. Ой, я тут что-то сломал. Хотя ну, я, наверное, не возьму, у меня дома самого я. Так, а как мне туда зайти-то на... А, вот лестница. Вправду, блядь, как? Даже но, не знаю. Но я не мог лестницу найти. Блин. Чел. Я запутался. Почему по лестницам? Почему он по лестницам не может идти? А? Эй, мужики! Почему он бегом по лестнице не может? А как? А куда мне дальше? Блядь, чел в эту дверь ёбнить просто башкой. Капец. И чё, и как сохраняться? Ты вправду, блядь, как? Так а как? Блядь, чё, назад посмотри. Чего? Отдохнуть. И? Отдохнуть. И? И сохраняйся. Спи. Я, скорее всего, я как понимаю, он также и сохраняется. Да? Ну, поскольку я понимаю. А если нет? Тогда я не знаю как. А, нет, вот видишь, сохраняет. Сохраняет, да? Да, там же загрузка была слева. А может, это не сохранение? А, там было написано в начале игры. Сохранение, да, было? Да. Ну ладно. Да, было сказано, что когда этот значок идет, это делается сохранение. А, ясно. Ну, но... практически как будто опять, но там еще в разных моментах она может сохранить.
Ну, короче, получается, что сейчас вот мы сохранились, теперь давайте по ночному городу погуляем. Да, только без меня. Да, Вася сейчас пойдет. Ты поставишь на паузу. Сейчас мы продолжим. Так, ну, собственно, давайте покатаемся, поузнаем. Да, ребят, тут можно как-то взламывать все и вся. И я сейчас хочу узнать вообще, как это делается. Сейчас, ну, сначала я уже в машину сяду. Так, и... так, это не то. Ой. Так. Хорошо, а как мне... Так, понятно, это не то. Это... Да куда, дурак? Так, хорошо, а как мне в этот зайти-то? А, во! Так, прогресс. Дерево навыков. Так. Взлом. А как мне навыки набирать? Очков навыка доступно 5. Так. И... Так, стоимость, нажмите. Так. Так, хорошо. Что тут еще есть? Так, это мосты. Это заграждение. Так, ну давайте сделаем по, вот поезда мы поставили. Давайте мосты. Так, это что? Паровые трубы. Светофоры. Что тут еще есть? Давайте посмотрим. Улучшенный взлом банкоматов. Так, дополнительный аккумулятор. Улучшенный профилер. Так, это что? Паровые трубы, да, мосты. Отключение вертолета. Улучшенное отключение вертолета. Заграждение, дорожные шипы. Светофоры. Отключение вертолета. Так, а это что? Ворота и гаражи. Так, это что? Трансформаторы. Помехи в эфире противника. Что бы нам еще вот такое полезное именно для веселья нам поломать, ребята? Заграждение. Я даже не знаю, ребят. Так. Вождение, устройство. Бой. Так. Что у нас тут с вождением? Взлом автомобиля. Давайте примем. Это что у нас? Осторожный водитель. Спец по бездорожью. А, умелый водитель. Так, понятно. Так, ну вот взлом. Тут вообще вроде бы тут как бы два раздела мостов должно быть. Ну, да, непонятно. Так, ну хорошо. Давайте попробуем что-нибудь поездить мосты, повзламывать поезда. Так, где у нас метро? Вон метро. Поехали, ребята. Так. Знать бы еще, как радио выключать. Ты. Ай! Что-то я немножко заблудился, ребята. Ну что, ребят, поехали в город!
И как назло, ребят, ни одного поезда. Или они типа ночью не ходят? Ай! Немного упали. А, это от того, что мы светофор ломанули. Надо убегать. А, это не в нашу сторону. А, я наоборот его ломанул, чтобы он поехал. Так, хорошо, ребята, поезда у нас работают. Так. Как нам пробраться в город? Уйё. Так. Так. Давайте вот нам раз, два, две остановки нам надо проехать, ребят. Я хочу взять катер и попробовать еще мосты повзламывать. Так, куда я там нажимал? А, колесико мышки, вот. Так. Вот, дерево навыков. Так, взлом. Все-таки, мне кажется, тут больше всякой всячины должно быть. У нас еще 2 очка осталось. Странно, тут 2 все-таки было разных по мостам. Управление над земкой. Трансформаторы требуют очков 3. Начните задание. Ну ладно, в принципе, для развлечения-то у нас все есть. Банкоматы нам не нужны, дополнительный аккумулятор. Ну вот давайте, я не знаю, нафига он нужен. Ну вот давайте. Так, помехи, ну вот система снабжения, так, управление над земкой, мосты, правые трубы. Что это вообще такое? Ух ты! Ну, ребята, я не хочу задания никакие выполнять. Вот, заграждение, отключение вертолета, так. Давайте вождение посмотрим, что у нас для вождения. Требуется 2 очка. Ладно. А, вот что касается взлома, я так понял, все, что нам нужно, у нас уже есть. Так, ну давайте тогда дождемся поезда. В принципе, ребят, я тут посмотрел, нам без разницы, в какую сторону ехать, и так и так далеко. Так что... Чё-то, мне кажется, поезда долго не будет. А я светофор на метро, который могу взломать светофор? Ну, по всей видимости, нет. Чё поездов-то нет нифига? О, вон едет. Чикагские метровагоны, ребята, кабина вот здесь, вот сбоку. Всегда мне эти вагоны нравились, вот чем? То, что можно пройти туда и... А почему здесь нельзя? Странно, здесь почему-то этого нельзя, но вообще вот на самом деле у них кабина вот как здесь, то есть вот она сбоку. Вот, и то есть как бы свободный проход между вагонов, во-первых, есть, и во-вторых, как бы можно... Смотреть вперед, а как камеру поменять? Камеру непонятно, как поменять. Так, быстрая поездка на наземке. Так, это что? А, вот! Можно быстро доехать. Так. Где у нас тут большинство разводных мостов? Ну вот, давайте сюда. Ага. О как. Хорошечно. Давайте-ка ломанем его.
Ха, класс, ребята, класс. Хорошечно. Давайте прокатимся на вот сейчас сломанем его просто и на нем прокатимся. Ну да, то есть тут как бы нормально стартануть нельзя, поэтому мы просто делаем поезд неуправляемым. И он прет просто бесконечно вперед. Давайте остановимся, потому что мы немножко не туда едем. Вот, ну в принципе, ребят, удобно. Если бы я так управлял вот так вот электричкой, в которой на дачу езжу, или в школу, то для меня это было бы удобно. Не очень удобно было бы для остальных пассажиров, но мне было бы очень удобно. Так, я жив, надеюсь. Ай, ребята, я не там спрыгну. Так, нам нужно какой-нибудь... А, вон там недалеко вода. Я, ребят, хочу найти катер и хочу повзламывать парочку мостов. Вот. Ну да, конечно, управление в игре не очень привычное. Но даже не столько из-за кнопок, меню и всего прочего, сколько из-за того, что очень как бы чувствительные все клавиши. Вот. Это, конечно, действительно, ну вот именно непривычно вот эта повышенная чувствительность. Именно она непривычна. Так, ну вон там катер у нас есть. Давайте его сейчас позаимствуем. Вот, поездим, посмотрим, что тут можно, что нельзя. Водное такси. У нас в Питере тоже такие ходят. Только они выглядят немножко по-другому, но суть та же. Так, ну и давайте посмотрим, где тут у нас разводные мосты. Ну там впереди вот этот длинный мост, он вряд ли разводной. Почему? А, понятно, ну, потому что я на расстоянии от, на маленьком от него. О, ребята, это водное такси, конечно, очень классно смотрится, но оно очень медленное. О. О, ребят, смотрите-ка, мы разводим мосты. Так, хорошо, а вот там разводной мост прямо с метро, вот... Когда я у брата играл, мне второй навык нужен был для этого, чтобы его развести. Вот мне интересно, а сейчас я смогу развести его? О, хорошечно, ребята. Или этот вообще не разводной? А когда поезд идет, их вообще нельзя развести никак. А, во, ребята, мы даже с метро можем разводить мосты. Класс, ребята, класс. Да, ну, собственно, все взломы, которые я хотел, они у меня есть. Так что, ребят, наверное, игру-то я проходить вряд ли буду. Вот. Что касается сетевушки, вот я буду узнавать, как вообще по сети в эту игру играть, и, конечно же, буду играть. Прикинь, сейчас так сверху на нас машина падает.
класс, ребята. Просто прям на пролом и все мосты перед собой разводим. Класс. А это что такое? Лодочная станция такая, что ли? Да, стойте, я хочу туда заехать. Давайте сейчас припаркуем нашу лодку. А, это гроза, я подумал, это рядом с нами машина реально в воду упала. Испугались? Прикольненько. Ну-ка, тогда наверх. Классно. Вали отсюда. Уу! Вот так вот, ребята, вот так вот. Ай, ай. Пофиг. Да, конечно, управление тут машиной довольно такое стрёмное. Ну да ладно. Так даже, ребят, покруче. Устраиваем... Можно устроить полный хаос! И музычка такая как раз в тему. Машину прямо посреди дороги оставляем, короче. Не трамваи объедут, ребята. Чё? Вот мне интересно. Вот мне просто интересно. Все, вы у нас никуда не едете, ребята. Поезд дальше, по техническим причинам поезд дальше не идет. О. О, как. Ну-ка. Он что, поедет туда? Смотрите-ка, вот тот поезд, он туда, он поедет сейчас? Да, хорошо было бы, если бы он подъехал поближе. Просто мне кажется, если я убегу, то мост обратно закроется. А, во! Так. А теперь едь вперед! Не, нихуя. Жалко, ребят, я бы хотел, чтобы поезд так тормознул. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Интересно, вот если он просто тут близко стоит. Ну не, ребят, ну так же неинтересно. Ну а если я хочу, чтобы поезд туда рухнул? Ну хотя... Да, я понимаю. О, ребята, как классно-то, а. Знаете, как мы стоим так, как короли прямо такие. Я король города, я король этого города. Вон там водные такси внизу, катера ходят. Я такой на разведенном мосту метро стою такой крутой. Я король города.
Это надо заскринить. Вот так. Во. 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 Класс, ребята, класс. Так. Ну чё, тут уже поезда у нас застряли. Давайте, наверное, мост опустим. А чё я не могу его опустить-то? А вот. Ой! Стой! Ребят, мы его тормозим как маршрутку, просто так. Притормозите, я сесть хочу. Просто так, как маршрутку, реально, тормознули, сели, поехали дальше. Как его ломануть? Дурсколник. И все, и едем дальше. Остановки пропускаем, реально, ребят, это уже не метро, это уже маршрутка какая-то. Это как, ребят, смотрите, есть маршрутное такси, а есть маршрутное метро. Так, ладно, давайте быструю поездку включим. Что? А ну остановись. Ого, ребят, посмотрите на это. Это классно, это классно. Мне нравится. Смотрите, такой прямо перекресток такой. Да, вот, ну, кто интересуется, это на самом деле... Доехай ты уже отсюда. Это на самом деле в Чикаго есть такие места. Кстати, довольно классные. Вот такие вот перекрестки. Там мостик разведен. Вот, поезд идет. Вот, то есть на самом деле вот такие вот перекрестки в Чикаго, в метро, действительно, они есть. Вот, я это хочу сейчас заскринить. Вот, вот этот перекресток. Вот так вот. И с этой стороны еще. Вот как-то так. Интересно, они здесь поворачивать куда-нибудь могут где-нибудь? Да, смотрите, они даже пропускают друг дружку. Класс! Стой! Если я его вот тут ломану, что будет? Бляха-муха, он все равно его перед мостом тормозит. Ну, жалко. Конечно, жалко. Так, ладно. Ну что, давайте вернемся ко мне на хату, наверное, на метро. Только уже без пропуска поездки я прямо так нормально доеду. Вот. Давайте сейчас... Подождите, мне мост ломануть надо. Если я мост не ломану, поезд не... А, хотя да. Давайте, чтобы он нас подобрал. Не понял. А если я тормознуть его хочу? Чуть под поезд не угодили. Давай, открывай, водила.
А пассажиры спокойно, им пофиг, что поезд несется, как бешеные остановки пропускает. Так. А куда я уеду? Так. Ну вот смотрите, ребят, мне надо повернуть вот на этом перекрестке. Сейчас посмотрим, как поезд пойдет. Если что, придется делать пересадочку. Фига его кренит на поворотах-то. Такое ощущение, что сейчас он просто опрокинется и упадет с этой эстакады нафиг. Так, поверни, 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 по-братски поверни, мне повернуть надо. Не повернет. Ладно, ребят, сейчас сойдем тогда. Ехать дальше, нам в другую сторону. Все, ждем тогда сейчас. Нам вот туда, кажется, надо. Давайте карту откроем. В какую сторону? Да, нам надо вот сюда. То есть надо, чтобы оттуда электричка пришла. И что-то у меня сейчас... А, вон идет. Я надеюсь, он поворачивать сейчас никуда не будет. Отлично, ребята, вот наш поезд. О, ребят, прям в голове поезда поедем. И так у дверей встанем и будем просто наслаждаться видом из окна. Жалко, тут нельзя просто вот как в пятой GTA-шке сесть, как бы просто сесть на сиденье, чтобы от третьего лица именно за поездом наблюдать. Вот, в пятой GTA-шке такое есть, здесь этого, к сожалению, нету. Интересно, а этот мост тоже разводной? Кажись, да. Ладно, просто, ребята, будем ехать вот так вот и наслаждаться обычной поездкой. Все, поезд уже не взломан, он уже просто нормально, спокойно едет. Вот. Мостик такой классный. Мы уже как бы въезжаем уже на окраину города. Вот, где находится наш отель. Сейчас мы, собственно, туда и едем. Я даже, наверное, меточку себе поставлю. Где он у меня? Вот. Все, вот у нас тут рядом будет все. То есть на карте, как бы, точнее, это будет видно. Вот. Ну, все так спокойненько едем. У нас осенний Чикаго. Вон опять на мост выехали. Причем так резко очень в гору идем. И сейчас резкий спуск такой. Нафиг оно сделано вообще? Кстати, если это железно, если это метро, где контактный рельс, ребята? От чего у нас поезд питается? Он на дизеле, что ли, идет? Или на аккумуляторах? Смотрите, у него ни проводов, ни контактного рельса. А откуда он электричество себе берет? Или это мы на дизель поезде едем? Это просто... Ну ладно, это уже мои придирки, но, по-моему, ну, железнодорожникам, я думаю, будет смешно. Ну, я так думаю. Что за красная херня? Мне просто интересно, что это за красная хрень такая. В принципе, мы в поезд еще сядем. Так что пускай он едет. О, смотрите-ка, он бы туда повернул. Нам даже и не надо. Так, хорошо. Система разблокирования важных точек. Не, ну если разблокирование важных точек, то по идее нам это надо. Чё он не прыгает?
Ого. Так. Где эта важная точка? Как нам сюда забраться, ребят? А, во. Хм. Есть дверь. Ну, я понял, куда нам надо, но я не понял, как туда попасть. С вертолета, может быть, как-то. А, во. Вот тут что-то есть. Наружная уязвимость. Защищенная дверь. Это что за... А, во. Так. И чё, и куда, и как? Погрузчик. Хорошо, по идее, через эту фигню мы должны как-то на что-то другое переключиться. А, вон. Так. Так, вот, кажись, открыли дверь. Да, вот. Блин, как мне этот дробаш убрать? Мне дробаш не нужен. А, вот. Так. Так. А, мне она не нужна. Да что такое? А, тьфу ты. Вот, все, понял. Понял я, как оно работает. Да сложная системка, ребята. Ну да ладно. Че это? А, вот я какую-то точку разблокировал. Понятно. И что это значит? Я ни хрена не понимаю. Ладно, ребят. Я говорю, у меня это... Главное здесь просто поразвлечься, повеселиться и... Черт, как бы все-таки мне оружие-то убрать? Прогресс, статистика, блин. Как убрать оружие? Я не хочу с дробашом ходить, ребята. Так, ладно, давайте вернемся к метро. Вот. Доедем домой. Где метро-то? Да чё нет, я же в вас не целюсь. Я серьезно, как убрать? А? Чё? Как я музыку врубил? Чё вообще происходит, ё-моё? А?
Класс! Ну ладно, ребят, зато париться не пришлось, как там добраться с дробашом в руках. О, все в порядке. Ну, хоть как-то, хоть какая-то проблема решилась. Ладно, давайте тогда сейчас на станцию. Все, ребята, едем, короче, домой. О, как раз поезд у нас. Стой. Ну, наверное, под лестницей можно туда зайти. Дай пройти, чел. Ну, вот, все так сразу спокойненько, так медленно пошел. Так. Ну и давайте снова, где у нас точка? Вот, опять. Две остановки надо проехать. Поехали. Нет, песня. Давайте немножко ускорим его. А почему я... Почему я не могу взломать поезд? Чё я сделал-то? Я навык, что ли, утратил из-за того, что умер? Твою мать! Почему я ничего взломать не могу? Да ёшкин карась! Что я сделал? Да какого фига? Ребята, я ни хрена не понимаю, почему я резко не могу теперь ничего взломать? Да заткнитесь вы! А почему это я навыки-то потерял? А чё за хрен? Ладно. Нет, я могу, конечно, заново себе навыки сделать, но как бы, а почему я их потерял-то? Ну все, вроде нормально, все, вроде я восстановил. Короче, надо будет сохраниться мне, ребят. Так, где я тут? Я уже почти приехал. Сейчас надо будет, ребят, сохраниться нам со всеми навыками. Вот. И... Ну и все, я думаю, видео довольно длинное получилось. А, да. Давайте, чтобы нам долго не ходить по платформе со стволом. Я просто не знаю, как ствол убрать. Да ёкарный бабай! Зачем присылать полицию? Чёрт! 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 Валим, валим, валим! Заткнись, музыка! Ой! Я думаю, надо убегать. Фух! Пронесло, ребят, пронесло. Да, ребят, надо мне как-то научиться убирать оружие, потому что...
Тут, если я его достал, тут уже ментов вызывают. Это не как в пятой GTA-шке. Да ё! Да, машины тут неуправляемые. К игре этой долго я буду привыкать. Ладно, все, приехали. А, вот, смотрите, а вот сейчас я без пушки. То есть надо просто в машину сесть, типа. Ладно, буду все это узнавать. Ну и, собственно, сейчас мы уже все, мы уже у меня дома. Вот, так. Еще раз давайте проверим. Дерево навыков. Да, вот, все у меня сохранено. Так. Ну и давайте отдохнем. Спать. Все. Ну и на этом я заканчиваю свое второе видео по игре Watch Dogs. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что бы мне в этой игре поделать. И всем пока.